На Кавминводы стало приезжать больше отдыхающих. В этом году там побывали уже 738 тысяч туристов. Такие цифры прозвучали сегодня на встрече губернатора Владимира Владимирова с замом руководителя Федерального агентства по туризму Николая Федорова. О развитии курортов, но уже в масштабах всего СКФО, говорили сегодня в Ессентуках. Там прошло заседание общественного совета Министерства по делам Северного Кавказа. О долгосрочных планах и уже достигнутых результатах в нашем репортаже. Реклама как современное искусство. В столице России изображения курортов Северного Кавказа появятся в виде граффити на зданиях. Тех туристов, кто воодушевится и приедет в СКФО на отдых, ждут оригинальные экскурсионные туры. Например, поездка по Великому шелковому пути и круиз «Чайный экспресс». Все это часть стратегии развития туризма на Северном Кавказе до 2035 года. И первые ее итоги уже видны на КМВ. Уже сейчас эта цифра по итогам 2016 года достигла миллиона человек, и прогнозируется, что темпами не менее 5% в год он будет продолжать расти, и при этом мы, можно сказать, практически не прикладываем никаких специальных усилий для развития туризма на Кавказских минеральных водах. Особое внимание на Кисловодск. Город меняется буквально на глазах. Появился новый цветомузыкальный фонтан, отремонтирована каскадная лестница и преобразился курортный парк. Но и впереди много планов и большая работа. Сейчас главная задача Минкавказа, чтобы новые проекты по благоустройству Всероссийской здравницы получили максимальное госфинансирование. Мы в этом направлении продолжаем работу. Мероприятия первого раздела плана в этом году реализовывались по графику, и все объекты, которые в нем были, они все введены, либо завершается их строительство. Кстати, влюбиться в курорты КМВ на расстоянии смогут тысячи человек из 15 городов России. Выставка фотографов-любителей и профессионалов «Северный Кавказ. 7 историй» продолжает свое путешествие по России и постоянно пополняется новыми экспозициями. Стать участником выставки может любой желающий. Для этого нужно разместить свой снимок в любой соцсети с хэштегом «Северный Кавказ. 7 историй». Анастасия Зубрицкая, Мария Гнездилова и Александр Колодко. Ставропольское телевидение.